Вот здесь все, что может понадобиться. И подробная инструкция. Ну, вы это... Извините, если что. Да ладно, чего ж там. В случае осложнения сразу ко мне. Ясно? Большое спасибо. Тут разговоры ходят, дескать, немцы уже под Москвой. Как вы думаете, они... Вот им. Ну, дай-то Бог. Двинем помолить. Тихо. Смотри. Люди, кажись, наш. Стоит проверить. Батарейки садятся. Надо на связь с центром выходить, пока совсем не сдохли. Подождем еще сутки. Они после боя на складе наверняка нас ищут. Слушай, а я ведь ее вспомнил. Это же она тогда, ну, в Алипове, с ранеными. Она. Эвуна, как тебе Синмир-то? Интересно, как она тут оказалась? Мужа она ищет. Судя по всему, уже не найдет. Погиб? Для одних погиб, а она все равно надеется. Что-то для одних, для других. Она, он. Говори ты по-человечески, командир. Бабу, мясо и рыбу берут голыми руками. Немцы ее мужа в оборот взяли. А она все равно верит в него. Also, другими словами, вы считаете, что эта идея изначально абсурдна? Das nicht. Совсем нет. Просто по-вашему выходит, что вся береговая линия, которая идет параллельно аэродрому, еще вот этот километр вверх по течению, это опасная зона. Вы вообще можете представить себе объем работы? Честно говоря, не очень. И я тоже. И к тому же вы забываете про фактор меандрирования. Про что? Изгибы речного русла. Они уже сами по себе являются естественным препятствием на пути паводка. А вот оно что. И что вы предлагаете? Возвести вал там, где волна уже снизит свою скорость и ударит в берег. Я думаю, это где-то вот на этом участке. Вот как. Теперь я понимаю. Вал должен отразить волну и направить ее дальше по течению, верно? И тогда получается, что волна пойдет обратно. Так? Это очень хорошая идея. Именно. И это раз в 10 сократит объем работы, соответственно, материальную затрату. Я, правда, не уверен, что мы успеем за столь короткое время, потому что одно утверждение и согласование проекта, это ведь занимает много времени. Не думаю. Знаете, через неделю аэродром уже должен принять первую эскадрилью высотных бомбардировщиков, а через две функционировать на полную мощность. Вот так. То есть вы хотите сказать, что мы не будем ждать согласования и вся ответственность упадет на наши с вами плечи? Нет, совсем нет. На ваши плечи. Вот ведь лось. С меня уже 7 потов. Сошло, он все прет и прет. Это хорошо, еще ночь лунная. А так бы давно упустили бы. Слушай, у тебя нет ощущения, что он нас засек, а теперь просто мотает? Да ну. Зачем он нас мотать? Если бы он нас засек, он уже бы давно оторвался. Не понял. Куда он делся-то? Говоришь, надо было сразу брать.
Вот и правильно. Клешни в гору. Выполнять! Кто такие? Рядовой Солодовников. Сержант Селиванов. Что за вид? Документы есть? Нет, мы в разведке. Ну и кто вас туда послал? Кто надо. А вы часом не из тех, кто позапрошлой ночью пытались склад взять, а? Вообще-то там 10 наших оставили. Вот нас и послали узнать, что с ними. Разберемся. Ладно, пошли. Куда? Пасти верблюда. Давай вперед. И без резких движений. Я этого не люблю. Где? В лесу. Мы вас у склада подобрали. Опять вы? Опять я. Вот жизнь нас водит. Воды дайте. Погиб, а про остальных я не знаю. У вас ранение в руку. Старайтесь ей особо не работать. Кто были эти люди? Окруженцы. Я случайно к ним попал. Повезло. У вашего мужа видел вашу фотокарточку. Я узнал вас тогда в Алипе. Я сказать должен был вам про Бориса. Должны были, но не сказали. Я написал рапорт. И вы можете ненавидеть меня за это. Вы сделали то, что должны были сделать. Борис предатель. Он служит у немцев. На той самой плотине. Я должна сказать вам спасибо. Если бы не вы, и не этот рапорт, меня бы здесь не было. Я бы уехала в эвакуацию. И тогда у него точно не было бы никаких шансов. Так что не судите себя слишком строго. Вы видели его? Мы с ним говорили. Он все понимает. Мы все исправим. Командир! Отдыхайте. Фью. Да не знаю я это. Вас с полковником Налетовым это надо обсудить. Селиванов. Поскольку все отпущенные сроки уже истекли, а группа стрельщиков на связь так и не вышла, если не считать, что она уничтожена, а почему приказано готовить новую группу? Сколько времени на подготовку? 3 дня. Боюсь, что в таком случае даже малейшего шанса у них не будет. У нас не так много людей, чтобы использовать их как пушечное мясо. Для подготовки новой группы нам понадобится не меньше 2 недель. Это и мое мнение. И прошу довести его до сведения высшего руководства. Вы что, не видите, что вокруг творится? Фронт по швам трещит. Немедленно приступить к формированию новой группы. Все.
машины! Быстро! Диверсанты? Думаю, да. Вы тут пошумите немного, а я их обойду. Сначала доложим. В любом случае у нас нет таких полномочий. Стало быть, времени на подготовку будет побольше. Встреченко ведь выпускник вашей школы. Так точно. Вы же тоже не верите в гибель группы? Не верю. Удалось выяснить, что это за аэродром? Судя по тому, как укрепляют грунт, предназначен для тяжелых самолетов. Значит, для дальних бомбардировщиков. Отсюда до Москвы 500 километров плюс-минус. Если правильно рванем плотину, лишим энергоснабжения не только район, но и смоем этот аэродром к чертовой матери. Но хотелось бы вместе с самолетом. Товарищ полковник, а вы сами-то доверяете этому вашему, спасибо, расчетам этого вашего человека? Я так думаю, что каждый в жизни имеет право на второй шанс. Но это лично мое мнение. В любом случае, я должен об этом доложить. И чем скорее, тем лучше. Что у вас? Батарейки для рации есть? А то наши почти сели. Да, запас батареек у нас имеется. Что у вас с боеприпасами? Плохо. С личным составом тоже, как видите. По дороге сюда ваши бойцы рассказывали, что в Крупенничек немцы взяли в заложники мужчин, в основном. Если их освободить, вот вам и пополнение. Тем более мы за них в ответе. Если б не этот склад, мать его. Как она? Да вот только уснула, пока не стрясли малость. Куда вы? Да мы тут в одной землянке что-то типа лазарета организовали. Давайте, давайте. Когда на связи? Сегодня я ранен. Только отойдем подальше. Ну, удачи. Есть. Держи. Стоп! Синхронность действий ни к черту. Часовые посты должны быть убраны одновременно. Максимальный допуск — секунда-две, а у вас их семь. Продолжайте занятия. Продолжайте. Как идет? Синхронность потянуть и будет неплохо. В любом случае, истинную обстановку на объекте мы уже не знаем. Ничего. Скоро узнаем. Встреченко вышел на связь. И еще. Мне поручено руководить операцией. Таким образом, если грамотно взорвать плотину, можно обесточить не только завод, но и уничтожить этот аэродром, который немцы построили для тяжелых бомбардировщиков. Информация получена от отряда, в котором находятся сейчас остатки группы Стрельченко. А что там за отряд? Кто такие? Окруженцы из разных частей. Командир
полковник Налетов. Я уже послал на него запрос. Но самое главное, что у него есть свой человек среди немцев. Из местных? Да нет, из наших. Служить к немцам пошел добровольно. Теперь вроде как раскаялся и готов искупить вину. Некто Борис Жихарев. Не тот самый, по вине которого плотина была не взорвана в октябре? Тот самый. И тем не менее, Налетов ему доверяет. А вот у Стрельченко есть сомнения. Ну еще бы. Он по его вине чуть под трибунал не угодил. По сведениям Стрельченко, аэродром почти готов. Ведь оттуда их бомберам до Москвы 1.5 часа улету. Так что ситуация весьма заманчива. Да, есть о чем подумать. В любом случае, нужно срочно передать приказ Стрельченко о прекращении любых активных действий. Пусть немцы успокоятся. Согласен. Тем более, что производство дальних бомбардировщиков для немцев одно из самых больных мест. А мы здесь одним разом не меньше полка смоем. Судя по всему, они готовят генеральное наступление на Москву. Полк таких машин – серьезный козырь. Так что промахнуться мы не имеем права. Как только мы снимем часовых у амбара, освободим заложников. Вы атакуете опорный пункт. Немцев там 20. Да, только патронов у нас маловато. Весь боекомплект ваш. А вы? Разберемся. Главное, внезапность. Сверим часы. Через час выступаем. В 3 ночи начало. Добро. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу? Обращайте. Вот. Благодарю. Только что пришло. Организовать встречу десанта для захвата плотины. Прибудет планер. Выбрать место для посадки. По аэродрому и плотине немцев не тревожить. Вольно. Есть. Что скажете? Ну что ж, логично. До выполнения основного задания фрицев не надо тревожить. Заложники. Людей жалко. Значит? Значит, выполняем приказ. Bitte, пожалуйста. Können Sie kurz das Auto anhalten? Вы можете остановить машину? Ich muss mal. Мне нужно в туалет. Стоп. Господин Жихарев, ваше небрежное отношение к инструкции начинает меня беспокоить. Мне придется об этом доложить. Простите, я думал, что могу вам доверять. Спасибо.
прошу прощения, думал, вы спите. Нет, не сплю. О нем думаете? Сегодня он должен оставить записку с местом и временем следующей встречи. А я здесь лежу. Боитесь, что без вас он не пойдет на контакт? Я единственная, кто ему по-настоящему верит. Насколько я понял, ваш командир тоже склонен ему доверять. Напишите ему письмо. Объясните, в конце концов. Главное, что вы живы. Видимо, так и придется сделать. Спасибо за яблоки. Сильвана говорил, что вы сегодня идете освобождать заложников. Уже не пойдем. Почему? Приказ пришел. Прекратить любые активные действия. Как же так? Они же за нас погибнут. Ну, если бы приказ пришел на пару часов позже. В любом случае, заложники могут сбежать. Подкоп вырыть. Или доски. В крыше разобрать. Суть приказа не беспокоит немцев. Но вот мы и не будем их беспокоить. Засек. 1.5 минуты. От точки до точки. Хреново. Да. Ходок 10 минимум. Значит, я пошел по телегу, вытащу пару нижних досок из стен, а ты прикроешь. Понял. Понеслась. Все в порядке? Теперь моя очередь. Ну, давай. Будь осторожен, Пауль. Буду. Сюда. Сюда иди. Дай-ка мне сигаретку. Держи. Спасибо. Мне кажется, я что-то слышал. Подождите. А, это лошадь. Как же здесь холодно. Да, ты прав. Холодно. В Мюнхене наверняка солнце сегодня. Имя, фамилия. Из мест? Отдыхайте, отдыхайте. Ну, как у вас дела? Разбираемся, товарищ полковник. Как вы понимаете, с пополнением отряда худо-бедно разобрались. А вот без взрывчатки на плотине нам будет очень тяжело. Я понимаю, у вас какой-то план был? Был. Да, боюсь, он больно устарел. Может, прилет Джихарева? У него свободный вход на плотину, на аэродром. Вот я
письмо и думаю, что он все поймет. Мы тут с товарищем Стрельченко решили привлечь Бориса к операции по уничтожению плотины. Спасибо. Сейчас расскажешь свои соображения. Штурм отметаю сразу. Плотину нужно взять без единого выстрела, чтобы не дать им возможность вызвать подмогу. Чем же вам может помочь Борис? Может и очень многим. Но для начала я должен убедиться, что мы можем ему верить. Я могу ему верить. Гутен так. Добрый день. Так. Добрый день. Волнес? Борис. Угензиген. А куда это вы? Es ist Mittagszeit. Обед, господин штурмфюрер. Die von Ihnen geforderten Sicherheitsvorkehrungen. Ваше предложение по поводу безопасности в районе аэродрома одобрили. Сколько времени вам понадобится, чтобы составить проект? Не знаю точно. Дня 3-4. У вас 48 часов. И учтите, любая ошибка в расчетах может иметь фатальные последствия. В первую очередь для вас. Да нет. В первую очередь для вас. Значит, если разместить взрывчатку на каждую точку инициации, плотина будет уничтожена наверняка. В результате взрыва образуется мощная волнопаводка. Настолько мощная, что этот вал ее не выдержит. Она до него не дойдет. Можно? Вот здесь, перед самым входом в Меандр, начинается старое русло, в котором река текла, ну, еще черт знает когда. Поскольку такой крутой изгиб сам по себе является серьезным препятствием, волна выберет путь наименьшего сопротивления. Чем самым по старому руслу выйдет к аэродрому? По наиболее короткому пути. И быстрее в полтора раза. Это я заберу. Нужно обо всем доложить. Сколько времени это займет? Понятно. Сначала своих предал, теперь немцев. Ну, чего ты ждал? На проверку. Нужно время, а у нас его нет. Сможешь сам заложить заряд? Тогда мне придется пойти с вами на плотину. Придется.
Только в случае успеха шансов на то, чтобы выйти, у нас немного. Больше ни о чем не спросишь? Значит, ни о чем. Сам скажу. Хорошо, но сначала объясни, что с ней. Она пишет, что заболела, но ведь это неправда. Ранена была. Сейчас все хорошо. Через пару суток встанет на ноги. Три месяца, 11 дней, 18 часов, ровно столько я был предателем, пока Вера не вытащила меня из петли. Думаешь, я из-за тебя не вынул? Думаешь, пожалел? Рука не поднялась. Да, все верно. Пожалел. До слез, до дрожи в руках. Пожалел, но не тебя, а себя, ее, сына. Потому что как им быть, когда меня не станет? Рви, лейтенант! Столько мыслей. Я представить не мог, что за несколько секунд можно столько всего передумать. Рви, твою мать! А что, если сдаться? Просто поднять руки и... Что будет потом? Ну! Расстреляют или отправят в лагерь. Но главное, как будут жить они, если кто-то узнает. Но как они смогут узнать, если... Когда взорвалась эта мина, стало ясно, что делать дальше. Никто и никогда об этом не узнает. А значит, можно капитан, проходят плановые занятия по подготовке диверсионной группы. Я буквально на минуту. Давай. Центр в целом одобрил план встречи. Давай. То есть нам считают, что личное участие Жихарева в операции гарантирует его искренность? Видимо, так. Ведь он все-таки рискует собственной жизнью. Хотя, конечно же, ни о каком безоговорочном доверии речи быть не может. Именно этот аспект нам предлагается тщательно продумать. Срок – сутки. Все уже продумано. Значит, у нас есть сутки для подготовки. Ну что ж, с группой определились? Так точно. Боевая группа и основная часть – специалисты-минеры. 200 килограммов взрывчатки нам нужно заложить на минимальное время. В таком случае сегодня же отправляем радиограмму Стрельченко. Пусть готовят площадку.
Удачи. Пришли единственные? Еще одна есть. Кузьмак нашел. По ней уходить будем. Угу. Давай, начинай. Не рановато. Почти 12 часов до высадки. А если с воздуха засекут? Если только с малой высоты, это надо знать, где искать. А фонарик в темноте за 3 километра видно. Давай. Все ко мне! Быстрее! Давай, давай, давай! Разбились по группам! Начинаем! Устали? Нет. Не очень. Мне нагрузку только на пользу, я быстрее сил не берусь. Садитесь, отдохните. Спасибо. Скажите, как вы думаете, Борис, он справится? Нет, вы не подумайте, что я пытаюсь его оправдать. Нет, просто он по своей сути абсолютно штатский человек. Ему офицерское звание-то дали только потому, что у него высшее образование есть. А так он совершенно не приспособлен ни к каким трудностям бытовым. Что уж говорить о войне. Хотите спросить, как я за такого замуж вышла? Это не я за него, это он за меня скорее. Он ведь даже стеснялся меня поцеловать. Так что вот, пришлось все взять в свои руки. –
Ничего, он справится. Вы уверены? Вы были без сознания. Говорили с ним. Просили пообещать все исправить. Он пообещал. Вернее, я за ним. Так что он справится. Значит, вы ему верите. Спасибо. Войдите. Борис. Борис. Я ведь, кажется, внятно сказал, что смогу принять вас только после 7. Я предал вас, Херр Шульц. Присаживайтесь. Пожалуйста. Вы что, в самом деле рассчитывали, что все эти ваши художества останутся без внимания? Значит, вы его... Ну, зачем же так? Впрочем, вынужден признаться, проследить за вашим товарищем нам тоже не удалось. Ему удалось бежать. Так кто же этот таинственный незнакомец? Он из диверсионной группы. Мы когда-то вместе служили. И его так сильно интересует плотина? И вы ему, конечно же, все рассказали. Возьмите себя в руки, мне это не импонирует. И ответьте мне на один вопрос. Почему вы пришли только сейчас? Я испугался. Позвольте узнать, чего именно? Я испугался, что мне не поверят. Что бы я ни сделал, я все равно останусь для них предателем. Да, и в любой момент вас могут поставить к стенке. А еще с ними моя жена. Ваша жена. Это интересно. Даже очень. Вы ведь ее наверняка очень любите. Но ведь если она с ними, значит, она ваш враг. Нет. Нет, она... Она скорее... Понятно. Я понимаю. Она заблуждается, а вы надеетесь наставить ее на путь истины. Когда они намерены взорвать плотину? Не знаю. Я думаю, что когда у них будет нужное количество взрывчатки. А почему вы решили, что у них ее еще нет? Насколько мне известно, они пытались ее достать, но у них не вышло. И они хотят, чтобы я лично провел минирование. Когда следующая встреча? Послезавтра в обед. На том же месте. Значит, взрывчатка может прибыть в любое время. Какова ваша цена, Борис? Сколько? Гарантия безопасности для меня и для моей жены.
А еще новые документы и возможность уехать на Запад. Я бы попросил еще 10 тысяч рейхсмарок, но с учетом этой ситуации, я понимаю, что это будет слишком. Вы настолько наивны. 10 тысяч. У меня годовое жалование почти вдвое меньше. Впрочем, не важно. Денег вы не получите. Что касается всего остального, думаю, ваши условия выполнимы. Кроме гарантии для вашей жены. Послушайте, я... Вы меня плохо поняли. Пока ваша жена работает с ними, я ничего для нее не смогу сделать. Мне нужно все обдумать. Еще я попрошу вас никуда не отлучаться из гостиницы. И сделайте одолжение, напишите все, что вы мне рассказали. И все, что вы мне не рассказали. Предатель чертов. Получишь ты свой Запад на том свете.